Изготовление металлоконструкции, монтаж монолитного и сотового поликарбоната, продажи и поставки на этом сайте plastnavies.ru. Приветствую всех на нашем YouTube-канале. Очередная заявка, короткий видеообзор монтажа поликарбоната толщиной 8 мм на арочные теплицы. Стандартные теплицы, здесь стояла четверка, не самого лучшего качества, и заказчик решил поставить сюда восьмерку. Восьмерка, конечно, забегая наперед, это многовато для таких теплиц, потому что возникают много сложностей при раскрое поликарбоната по лекалу. Ножом очень сложно его резать, арка слишком крутая, стыки внахлёст не получаются, надо делать через базу крышку. База крышка плохо держит из-за того, что арка слишком крутая. Если спрашивать меня, я бы, конечно, сюда поставил поликарбонат высокого качества, дорогой поликарбонат 6 мм. Этого было бы более чем достаточно. Здесь заказчик сам купил материал, и по его просьбе мы монтировали листы через стыки база крышка, разъемный соединительный профиль. Итак, сложности, с которыми мы столкнулись. Первое, это, конечно, поликарбонат плотный, и резать его, кроить поликарбонат на торцы очень сложно было. Вторая сложность, это база крышка. Значит, арка слишком крутая для разъемного профиля здесь, и она просто-напросто открывалась. Мы дополнительно ее в итоге прикручивали еще саморезами. Термошайбы здесь универсальные использовались. Монтировали мы их по всем правилам. Если кому-то интересно посмотреть более подробно, как пользоваться термошайбами, как монтировать их, как монтировать сотовый монолитный поликарбонат, на нашем канале очень много видео. Здесь просто короткий обзор в этом видео нашей работы. Итак, на всех трех теплицах мы заменили поликарбонат, четверку на восьмерку. Еще раз повторюсь, это многовато для таких теплиц. Здесь достаточно было шестерки высокого качества, более чем. Но заказчик принял решение восьмерку установить. Напомню, что мы занимаемся изготовлением разного рода металлоконструкций, производим навесы, лестницы, торгуем поликарбонатом, мы работаем с четырьмя заводами, торгуем, монтируем поликарбонат, монолитный и сотовый поликарбонат. Некоторые работы представлены на этом YouTube-канале, обзоры подробные наших объектов. Инструкции по монтажу монолитного и сотового поликарбоната на разного рода конструкции. Также не забывайте подписываться, ставить палец вверх, если понравилось видео. Будет еще много интересных видео, интересных обзоров с нашими работами. Спасибо за просмотр!